6 ноября в Даугавпилсе завершилась акция «Соберем зеленую массу». В нашем городе она проходит ежегодно, и ее инициатором является Управление коммунального хозяйства. В течение 2 недель у горожан, проживающих в частном секторе, была возможность провести генеральную уборку на своих приусадебных участках и совершенно бесплатно выбросить скошенную траву, ветки деревьев и листву в специально установленные для этого контейнеры. Жители очень добросовестно подготовились к этой акции и за 2 недели собрали 250 тонн мусора. Увы, это была не только зеленая масса, но и бытовые отходы, различная бытовая техника, в том числе и холодильники, теле- и видеоаппаратура, покрышки. Айвар Пуденс подчеркнул, что если бы не эта акция, то весь этот мусор наверняка оказался бы в контейнерах, установленных во дворах многоквартирных домов. Из-за него пришлось бы заплатить жильцам многоэтажек. Следует отметить, что на сегодняшний день с оператором по обхозяйствованию бытовых отходов АЦО заключено 6060 договоров. А более 1000 потенциальных клиентов продолжают выбрасывать свой мусор в чужие контейнеры. Многие жители частного сектора отказываются заключать договоры с оператором по обхозяйствованию бытовых отходов. Они говорят о том, что у них, мол, отходов нет. Вот наглядное подтверждение, что это не так. Частный сектор тоже производит бытовые отходы. Так что если эти люди не одумаются, то будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы, заявил руководитель управления коммунального хозяйства. С 1 ноября работа в этом направлении началась, и на помощь АЦА подключаются сотрудники Даугавпилсской муниципальной полиции.